Это движение давно стало традиционным в Ленинском городском округе, так как мы проводим этот рок-марафон уже 28-й год. И сегодня мы вместе даем концерт в поддержку торжества здоровья и чистоты. Во Дворце культуры «Видное» прошел антинаркотический рок-фестиваль «Я выбираю жизнь». Концерт организован Видновским рок-клубом при поддержке Управления по делам молодежи, культуры и спорту администрации Ленинского городского округа. Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни. Открывала концерт группа «Октябрь». И сегодня второй раз мы выступаем здесь. Мы в 2021 году первый раз приезжали. Мы очень благодарны устроителям этого конкурса, вернее фестиваля. Спасибо большое. С удовольствием приедем еще, если пригласят. Со сцены звучали песни разных стилей и направлений, а качество звука порадовало поклонников современного рока. Артисты исполнили как собственные песни, так и каверы на популярные композиции. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Музыка способна вдохновлять, создавать атмосферу и вызывать сильные эмоции. На своем примере артисты показали, что хорошее настроение можно получить и без вреда своему здоровью. Это, ну, намного лучше, чем наркотики, кстати говоря. Да. От музыки удовольствие получить – это нереально. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.